Чё, Кат, поехали? Поехали. Так. Поговорить с командой. А теперь говори, Катя, время. В игре. Так. 16 часов, да, там было? Так, а куда нам идти, собственно? Куда нам идти? А, вот. Теперь страна стоит на пороге гражданской войны. Машины восстают против своих хозяев. У людей нет выбора, кроме как их уничтожить. А, Користик? Я думал, Камский что-то знает. Я ошибся. Может, он знает. Так. Но ты решил не спрашивать. Эмоционально холодно. Холодно. Промолчать. Эмоционально. Я не стал поддаваться на его мелкие провокации. Убивать андроида не имело смысла. Так. Как он тут выберешь? Си. Я видел в доме Камски фотографию Аманды. Его учительницы. Когда Камский создавал меня, он хотел, чтобы интерфейс был знакомым. Поэтому и выбрал учительницу. К чему ты ведешь? Так. Я ведь не уникальная модель. Сколько у вас еще таких Коноров? Не понимаю, какое отношение это имеет к расследованию. Вы ведь не рассказали мне всего, что знаете о девиантах. Я ожидаю от тебя ответов, Конор. А не твоих вопросов. Ты один можешь предотвратить войну. Найди девиантов, иначе наступит хаос. Это твой последний шанс, Конор. Ага. Нас пугай по-черному. Угу. Ты снял дело? Оно переходит к ФБР. Что? Мы же напали на след. Нам нужно время, мы ведь... Хэнк, ты не понимаешь. Это уже не рядовое расследование. Это гражданская война. Уже не наши масштабы. Это вопрос госбезопасности. Да пошли вы! Нельзя взять и все оборвать. Мы почти у цели. Ты ж бухтел, как тебя бесят андроиды. Хоть бы определился уже. Я-то думал, ты обрадуешься. Мы почти раскрыли дело. Мы в шаге от ответа. Да чтоб тебя, Джеффри! Не можешь хоть раз меня поддержать? Это вне моей власти. Вернешься в отдел убийств. Андроид вернется к себе в Киберлайф. Прости уж, Хэнк. Все кончено. Вот козел. Это не то слово. Будем с ним разговаривать? Не знаю. Артём? Но. Так, я остановлю. Откуда? Поговорим теперь с ним. Угу. Так. Нельзя же так просто сдаться. Мы же могли раскрыть это дело. А ты вернешься в Киберлайф? Выбора нет. Меня деактивируют и будут искать причины неудачи. А что, если мы не на той стороне? Что, если мы реально боремся против угнетенного народа? Так. Так. Ну какой они угнетенный народ? Неисправные машины должны быть уничтожены. Может, мы ошиблись.
Может, у этих девиантов возникло что-то вроде, я не знаю, сознания? И мы убиваем разумную жизнь. Ты отказался убить андроида в доме Канске. Ты поставил себя на ее место. А это эмпатия, Коннор. Эмпатия свойственна людям. Так. Холодно. Ошибаетесь, лейтенант. В своих решениях я руководствуюсь логикой и больше ничем. Так-так, а вот и Беркинс, тот самый говнюк. Федералы, конечно, времени не теряют. Отступать нельзя. Ответ уже есть в собранных материалах. Беркинс заберет их, и все кончено. Выбора нет. Фаулер же сказал, нас сняли с дела. Вы сейчас должны мне помочь. Мне нужно время, чтобы найти ответ в материалах дела. Я точно знаю, что он там есть. Может, этим девиантам надо дать шанс. И будет лучше, если ты их не найдешь. Происходит что-то важное, я не позволю машине этому помешать. Извини уж, помогать я не стану. Походу, мы все завалили. Неправильно. И припом... Решили? И припом всю игру. Извините. Так. На время. Отвлечь. Внимание. Да. От архива. Так, а где он там вообще? Вон он ходит. Ага. По коридору пошел. Не туда мы. Совсем мы не туда. Вон туда нам. А? Немножко не туда завели. Это да. Это да. Так. Минута. И? Так. L1. Подожди, он не обязательно. Так, куда мне дальше? Дальше вон туда надо. Надо обойти как-то. Вот. Быстренько, быстренько, быстренько. Вверх. А? Фух. Успел? Нет. Там же кнопки еще какие-то. Так. L1. Успел. Успел? Да. Молодец. У меня приказ. Все-таки. Ладно. Опа. Так, мы его отвлекли. И у нас 5 минут, но все про все. Да. Обходим. Так, на столе там что-то, ага. Да. Вот. Дальше. Где-то архив должен быть. Пойдем. Я его что-то из виду потеряла. Подожди. Найдем. Так. Так. Где-то там. Нормально.
Прямо в меня врезаться. Ищи что-нибудь желтый. Да я ищу глазами. Я тоже ищу. Вон она. Вижу. Да, видишь? Да, 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 да. Вон она. Давай, 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 давай. Открывай. Фу. Дальше. Дальше там, вот, открывай. Вверх. Вверх. Нет, не вверх. Я к тебе обращаюсь, придурок. Чё забыл тут? Так. Кружочек, крестик. Пластиковых уродов не надо. Тебе что, они сказали? Так. Меня сняли с расследования. Ага. Я намерен сдать находящиеся у меня материалы и сразу уйти. Хорошо. И ты береги себя. Нынче у андроидов есть склонность к внезапному воспламенению. Так, вот козел. Ага, это да. Так. Ну ты успел. Не знаю. Сколько у нас там времени? 4 минуты. Так. Ну да. Вниз по лестнице. Так. А дальше? А как? Вот там чего-то открывать надо. Где? Сбоку, видишь? Вот. Да, 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 да. Открыл? Да. Молодец. Дальше что? Дальше вверх. Вот сюда. Вверх. Подожди. Вот. Пароль Хэнк. Что же мог выбрать старый матерый полицейский? Так. Глупая идея. Это не по-хэнковски. Спокойно. Есть. Вот. Молодец. Конечно. Ого. Где же... Так. Так, дальше чего? Должен быть здесь. Времени мало. Вверх. Руперт. Андроид с птицей. А, так. Это номера. Да. Функция. Понятно? Так, дальше. Вот, вверх, 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 вверх. Там. Вот этот. Я думаю, нет. Ну там показано вверх стрелочка. Да. Так, а еще есть? Квадрат. Влево. Квадрат. Не. Это мы забрали. Ага. Надо забрать. Забрали. Тут тоже. Квадрат. Не совпадает. Так. А если поменять их местами? А вот еще один. Да. Желтый. Да-да-да. Вверх. Вверх. Девиант, с которым Маркус пробрался на телепашню. Наверняка он знает, где все прячутся. Так. Нужен 39 какой-то там. Крестик. Что-то там. Давай. Получилось, нет? Похоже. Где я?
Так. Я ищу Иерихон. Подожди. Скажи мне, где он. Ну-ка. Я не узнаю твой голос. Ты не из наших. Я не скажу тебе, где Иерихон. Так что не трать время. Утка, зим. Что делать дальше? Так. Чего-то там реактивировать? Выяснить. У андроидов. Найти андроида. Выяснить. Выяснить. Крестик. В сторону. Так. Крестик. Крестик. Ладно. Так. Крестик. Так. Ладно. Наоборот, по-моему. Крестик. Треугольник там был. Так. 9. Как подожди. Вот еще. Вверх. R. R и треугольник. Кружочек. Кружочек это пойти. А. Треугольник. Ниф. Квадрат. Квадрат. В сторону. Дневник Руперта. Зашифрован. Долго нет. Как куда? Вниз. Так. Крестик. Крестик. Ну это осматривается. Квадрат. Правда внутри. Правда внутри. Что он хотел этим сказать? Так, дальше. Так. Это ничего. Квадрат. Вот он. Ага, квадратик. Мы просим вас признать наше достоинство, наши надежды и наши права. Вместе мы сможем жить мирно и построить лучшее будущее для людей и андроидов. Я говорю вам о наших надеждах. Вы дали нам жизнь. Теперь пришла пора дать нам свободу. R2. R2 — это треугольник. Мы просим вас признать наше достоинство. Наши надежды и наши права. Так. Так, это уже было, да? Да. Выше. Выше ничего, да? Пусто. Так, пусто. Тут тоже ничего. R. R это просто взять, наверное, да? R1. Крестик. Есть. И, ну да. Блин. Нет. Вот. Иерихон находится где-то в районе... Это, наверное, код какой-нибудь. Нет, бумага. Надо просканировать их память и сузить область поиска. Так. Наверх. Папа, нам туда надо, в общем. Я думаю, уже нет. Так, теперь туда надо. Так.
Давайте, ребята. А зачем вырубать? Не знаю. Так. 9:16 там написано. Так. Так. Стой. Я придумал, кажется. Да? Угу. Главное еще спеть. Вверх. Кто здесь? Кто вы? Все в порядке. Не бойся. А, мы голос подделали. Да. Почему ты меня бросил? У меня не было выбора, нас убили. Все будет хорошо. Я пришел забрать тебя. Дай мне координаты Иерихона. Нам надо идти. Иерихон? Да. Да, конечно. Все. Мы успели. Так. Да. Р2. Р2. Квадрат. Квадратик. Маркус? Это ты, Маркус? Больше не бросай меня! Не бросай! Случилось. Походу, тут кто-то шарился. О, черт! Тревогу! Быстро! Охренеть! А мы повлекли. Да. Ну и фиг с ним, что желтенький там, чего-то там. Поехали дальше. Давай. Давай. Успели. Ефри, да. Молодец. Успели. Извиняюсь, помолчал, просто это напряженка. Напряженно, очень напряженно. Извиняюсь, что я молчал, потому что это тоже. Да. Да, кстати, всем привет. Да, мы забыли. 8 ноября. 9 ноября. 21:34 вечера. Играем за девушку. Опять. Куда поедем? Так, Р. По всему городу идут облавы. Куда мы едем? Чёрт его знает. Ну как чёрт его знает? Всё будет хорошо. Мы едем на освобождение. Мы почти на месте. Да. Вот забыл. Мы едем освобождаться. Она же хочет лэпу в Канаду. Ну да. И куда? И чё, просто вот так смотреть по сторонам, пока мы едем? Наверное, да. А дальнейший по... Кстати, совсем скоро Человек-паук уже выходит вот-вот. А если в пятницу, если быть точным. Да, Катюш? Да. Да. Это я с тобою... Как это? Да. Ой, простите. Ну, бывает. А сколько нам так ехать? Я не знаю. Наверное, скоро куда-нибудь приедем. Это глупая ситуация, честно. Ну, почему? Считай, что ты отдыхаешь. Это руками. Да. А. Так. Вот. Угу.
Изъятие всех андроидов властями сразу повлекло за собой проблемы во многих сферах. Школы и больницы опустели. Ожидаются перебои с энергией, связью и водоснабжением. Но самое тревожное... Наконец-то пришел мне... Пришел мне USB-провод нормальный. Да. А давайте лучше музыку. Я очень надеюсь, что телезрителям тебя теперь лучше слышно. Мы куда приехали, короче говоря. И это явно не Канада. Ну, это точно не Канада. Вверх. Ох, это точно не Канада, это какой-то подвал, наверное. Да. А куда нам, собственно? Ага. Чуть дальше, в той стороне, будет грузовой корабль и Иерихон. Там надо найти Маркуса, он поможет. Последний автобус через границу уходит в полночь. Вы обязательно должны успеть. Опять здесь вам оставаться опасно. Ну да. Тут немного. Я так думаю, да. Но хоть что-то. Мой брат живет в Онтарио. Адрес я вам написала. Он спрячет вас, пока шум не уляжется. Ты очень храбрая девочка, Алиса. У тебя все получится. Бедная девчонка. Спасибо вам за все. Ладно. По скайпу, да, сюда. Да. Покормиться не покорми. Будьте осторожны. Да. Ты береги их. Давай. Идем, девочки. Надо бы поспешить. Автобус ждать не будет. Так, а сколько у нас времени на все по всем? Так. Пока не по ограничению по времени. Опять куда-то идем? Непонятно. Пока никто ничего не вот сказал. А вот автобус. Сейчас что-то будет. L2. L2. О, мы картинки будем сейчас искать. Так. А, мы встретимся должны, короче. Угу. Так, идем. Сейчас, минуточку, подожди. Окей. Да, пришел, кстати, рестлинг, ребят. Да, как же мы забыли про него сказать-то. Либо мы, либо они. Надо перебить мерзавцев, пока не перебили нас. Так, а что нам надо? Давайте посмотрим. Нам надо разыскать теплое место. Да. Давайте искать. Ой. Та самая глюкоза, Катюш. Я поняла. Когда она еще мультиком была. Сделана в форме мультика, да? Вот. А, да. Вверх. Вот да. Теплое место. Мы нашли. Честно, какое-то бобжатинское место. Ну, Вань, ну... Да, оно самое. Место для бомжей, да. Так, вверх. Угу. Это нашли для... Будь с ней. Найду этого Маркуса. Таких людей. Последний рейс через 2 часа.
Автовокзал на другом конце города. У нас нет времени. Уедем, как только будут паспорта. Кэра, мне надо тебе сказать. Да. В автобусе поговорим, ладно? Я скоро. Побудь с ней. Так, нам надо найти Маркуса. Ага. Вот он где. Так, у нас два варианта. Либо туда. Ага. Либо еще куда? Вон два значка горит. Так, а ты куда? Ну я хочу в оба. Леба, а можно в оба? Не знаю. Ого, три значка, ёшкин кот. Так. Вниз. Вниз. И чё это даёт? Не знаю, это как? Корабль. Чего корабль? Я не успела. Чего-то там корабль. Запланирован, что ли, ничего такого. Чего-то там корабль. Так, дальше. Куда нам? Дальше нам налево. Так. А где следующий значок, ёшки? Так. Вижу. Увидел? Да. Где-то тут был. А теперь вот... А, вот он. Это тётенька? Надо тётю как пообойти. Подвиньте попочку. Так, либо с другой стороны ее показать. Или с ней надо поговорить. А там ничего не написано. А как ее обойти? Так. Не пускают, да, пока? Пока нет. Но есть способ обойти с другой стороны. Ага. Так, вот так. Угу. А потом? Потом, наверное, как-то... А хрен его знает, как дальше. Так. А дальше на сторону нельзя, да? Как-то, да? Вот все закрыто, видишь? Все закрыто. Тетя, как вас пойти? Потому что там, видишь, лесенка? Да. Наверняка надо будет вверх идти. Так, а как нам обойти? Такая Вадима, это телевизор. А если вот так обойти, ну-ка. Вот таким вот путем. Обойдется. Обойдешь? Да. Вниз. И все ради какого-то журнала. Журнальчик. Да ладно. Ага. Значит, вверх по лестнице. Ну я, значит, правильно сказал. Ты потерян. Ой. И что ты ищешь? Жизнь. Ты ищешь жизнь. Так, подожди. Так, а где мы? А, мы теперь за девушку. О, господи. Ёшкин кот.
Спокойно. Они открыли огонь, хотя мы были безоружны. Сотни наших погибли. Все было так, залито никуда. В другую сторону, я понял. Нельзя сидеть и смотреть, как наших убивают. Надо защищаться. Надо дать отпор. Как же иначе-то? Зачем они это сделали? Отомстим за... Так. Попробуем в эту сторону. Вон он. Так, крестик. Ты Маркус? Вот мы и встретились. Девочка, еще один андроид. Да. Вот и встретились. Два андроида. Нам нужны паспорта. Да. В городе комендантский час. Повсюду солдаты. Хватают всех андроидов и отправляют в лагеря. Может, вам лучше здесь переждать? Да, наверное. Посидим здесь, пока все не уляжется. Обалдеть. Один из наших работал в госдепартаменте. У него есть электронные паспорта, он сделает. Угу. Я ему сейчас скажу. Спасибо. Да. Он согласен ты нам говоришь, помочь. Ты говоришь с тобой, девочка. Люди нас ненавидят. Зачем она тебе? Так. Связь, близнецы. Связь. Я нужна ей. А она мне. Куда уж проще. Так, что нам дальше надо? Так. Вернуться к Алисе. Алисе. Ну да, ребенка-то мой. Ну проще. Так, а где она у нас? Да, где ребёнок? Не туда. Алиса? А, вот она. Оставила, понимаешь. Ушла. Алиса тоже теперь андроид. Это как это? Охренеть. А-а-а! Что? Кажется, я... Ты давно знаешь. Поняла. Просто не хотела признать. Но они же андроиды не становятся? Мне нужна была мама. Или становятся? Тебе нужно было о ком-то заботиться. Вы были нужны друг другу. Нет. Ну? Значит, она изначально была андроидом? Ну, да. Разница. Да? Пока это не показывали. Ведь её меньше знаешь, что она одна из нас. Алиса любит тебя. Она любит тебя больше всего на свете. Значит, с той девочкой, наверное, что-то случилось. Я так думаю-то. В какой? Ну, у него был ребенок. Стать кем-то очень нужным для другого. У этого. Она про... Кого она убила? Она андроидом стала. Ага. Просто изначально не показывали, она изначально А-а-а. Андроид. Все понятно. Значит, он купил изначально андроида. Да. Ага. Вернуться к Алисе. Это мы так, ребята, это мы это... Да. Рассуждаем. Рассуждаем, кто чего и как поговорить. Фрод бы не подумал, что она андроид. Да, не вообще это. Как это называется? Я андроид, Кэр, ты андроид. Что-то случилось? Да. Обвинять? Так. Что? Я не могу прочесть. Так, обнять?
или отчужденность? Обнять. Я думала обнять. Какой тут отчужденность? Она с ней столько... О. Извини. Всегда. Бегала. Получилось. Эги Хон. Ой, да. Тяжелая игра, кстати. Очень у нас не хватает биокомпонентов. Очень. Раненые отключаются, и ничего нельзя сделать. В крупных городах начались облавы. Андроидов отправляют в лагеря для уничтожения. Это наша вина. Ничего бы не случилось, если бы не нарвались. Она в каком-то смысле? Так, агрессивность, так. Решимость. Давайте решимость. Да мы просто показали им, кто мы. Я не хочу войны, но лучше смерть на свободе, чем рабство. Да. Мирная демонстрация, а ты полез на рожок. Да. Погибли сотни людей и андроидов. Как тебе такой результат? Да, Кать, говори. Твоё она мнение. В каком-то смысле даже потяжелее будет. Даже для рассвета. Да. Гнев, злость. Сожаление, конечно. Может, разум мой затуманился гневом. Но все, что я сделал для народа, это бессмысленно. Он прав. Сейчас важно, что нам делать дальше. Маркус. Так. Диалог. Диалог. Дальше. Ну это естественно. Ой, не то. Не то? Я пойду один. И попытаюсь вразумить. Ты думаешь, надо было нижнее, да? Тебя убьют. Показали не то. Но я должен попытаться. Если не вернусь, вам надо залечь на дно. Да. Ну, они должны осознать свою жестокость. Все. Ребята. Найди слова, и они услышат. Так. Печаль. И вот об этом мы мечтали? Им не остановить то, что мы начали. Ты пришел и дал нам надежду. Всем, даже мне. Сегодня на Эрихон пришел девиант, который угнал целую фуру радиоактивного кобальта. Сказал, что бросил ее где-то в Детройте и приготовился взорвать. Ё-моё. Я его отговорила. И он дал мне детонатор. Ёшкинку. Грязная бомба. Мы не можем проиграть эту войну. Если победят люди, наш народ навсегда исчезнет. Это может быть наш единственный шанс на выживание. Взять себе. Только бы до этого не дошло. Не бери, не бери чужие вещи, не бери. Сейчас поцелую. Что бы завтра ни случилось. Хочу, чтобы ты знала, что я... Я думаю, нет. Рада быть рядом. А я уверен, что да. Смотри. Так. Поцеловать. Давайте. Ну вот, видишь, ты прав. Ты молодец. Как это говорится? Ты прав, мой граф, прав. Да. Береги себя.
Да, конечно, будет сердце. Не хочу тебя терять. Да. Я шучу, ребята, это я шучу. Конечно, так надо делать. Конечно. Конечно. Так, опять собаки. Ну, это я не могу ничего сделать. Это да. Опа. Прекрасно, Коннор. Ты смог обнаружить и Иерихон, и лидера девиантов. Разберись с Маркусом. Он нужен живым. Ого. Маркуса надо убивать? Да. Остановить Маркуса. Приказано брать тебя живьем. Ребята, я вмешательство. Но если ты меня вынудишь, я буду стрелять. Так. Обоснованно. Что ты делаешь? Ты же один из нас. Нельзя же предавать свой народ. Ой, я угадал. Так. Запугать? Приказано брать тебя живьем. Пробуем. Но если ты меня вынудишь, я буду стрелять. Не надо вынуждать, обоснованно. Что ты делаешь? Да. Ты же один из нас. Нельзя же предавать свой народ. Это правильно. Так, запугать. Не заставляй нейтрализовать тебя. Убедить. Ты для них никто. Просто безвольный инструмент для грязной работы. Но ты нечто большее. Как и все мы. Наше дело. Наше дело правое, и мы живые. Мы хотим прав. Мы хотим жить свободно. Так. Переубедить. Хватит. Переубедить? Промолчать. Так. А тут как? Треугольник. И у тебя никогда не бывает сомнений? Ты никогда не поступал нелогично? Как будто у тебя внутри есть что-то. Не только одна программа. Так, вопрос. Ты никогда не задумывался, кто ты? Просто ли машина, исполняющая команды? Или ты живой и способен мыслить? Думаю, пришла пора задаться этим вопросом. Пора решать. Так. Так. Стать девиантом? Остаться мужчиной? Давайте первый вариант. Давай. Элладин. Треугольник. R1. Кружочек. Блин. Сейчас другим путем. Блин. Блин, а как мне? Блин. L1. L1. Квадратик. Есть. Так, ну, да, нет. Пора решать. Остаться мужчиной.
Неплохо. Но я не девиант. Опа. Кажется, мы сейчас будем от кого-то бежать. Кайф, мы живы. Это хорошо. Да. Поезд приехал. Что происходит? Быстро уходим отсюда. Вали, давай. Вперед, бегом, бегом! Ну, просто вали. Как крысы в лабиринте. Опа. Скорее, Кара! Они идут! Ну, я же сказала. Коридор, туда! За мной! Сюда! Ай! Сюда! Наверняка дальше. Внутрь! Быстро! Ай! Берегись! Опа! Так. На втором и третьем ярусе есть выходы. Прыгайте оттуда в реку. Где Джош? Не знаю, мы разделились. Они уже на верхней палубе. Будет перекрестный огонь. Надо бежать, ничего уже не сделать. Надо взорвать Иерихон. Пойдет ко дну, люди удерут, наши спасутся. Ты не сможешь! Взрывчатка далеко, в самой глубине трюма, там повсюду солдаты. Вы помогите остальным, я скоро буду. Маркус! Говорю же, я быстро. Ё-моё, что происходит? Кажется, мы бежим куда-то. Какая-то полоска. Да, я понимаю. Иерихон, пришел конец. Спасай наших, Маркус. Так. Я не караул. Так. Ой-ё. Фокстрот, наблюдаю противника. Жду указаний. Не упустите! Если хоть кто-то будет рыбаться, стреляй. Так точно, принято. Так. Не проливать лидера. Поздно, Кара. Уводи Алису. Спасайтесь. Нет, мы тебя ни на что не бросим. Да, Кара? Мы не бросим? Так. Что ты делаешь? Я тебя не брошу. Вроде попрали. Нет. Да. Крестик. Уже больно. Опа. Зря ты это сделал. Не подвергая Алису опасности. Уходите, пока они не вернулись. Как же ты? Что ты будешь делать? Я справлюсь. Ты думай об Алисе. Я не хочу тебя оставлять. Не бойся. Я догоню вас у границ. Идите, берегите друг друга. Так. Ай. Прям,
Вверх надо. Где? Вверх. Кэра! С тобой все нормально. Молодец. Она же там погибнет. Открой, открой дверь. Так, что там открой. Надо нажимать? Кружочек. Крестик, кружочек. Крестик, крестик, кружочек, крестик, кружочек. С тобой все нормально? Да, нормально. Надо уходить. Ну, ребята, выдаёте. Это я бы да. даже так сказала. Ты молодец. Опа. Не стреляйте. Ага. Я за вас. За нас? Ты человек? Так. Солдат. Бежать. Давайте пойдем. Ай. Не то. То... Нет. Солгать, наверное. Да. Ничего. Запись. Так. Так. Что? Бегу. Ой, не куда. Не убивайте нас! На колени! Не шапка. Крестик, кружочек. Крестик, кружочек. Крестик, кружочек. Маркус, ты спас? Уходите! Скорей! Так. А вот что самое интересное? На время, кружочек. Так. Вот они! Стоять! Мы сдаемся! Мы сдаемся! Не стреляйте! Вверх! Крестик! Есть. Маркус, это Маркус. Уходите. Бегите к остальным. Дальше. Взорвать детонатор. Так. Как отсюда выйти, да? Вон куда. Нет, не туда. Показывают куда-то вниз, да, если не ошибаюсь? Да, вон. Как туда? Нет, не сюда. Так. Вон туда. Потом как? Это тупик. Да. Куда?
куда там? Сюда? Непонятно. Я вообще не понимаю, как. По трубам, что ли? Не знаю. Ну, попробуй назад. Вот сюда. Да. И туда. Вот. Так. Кружочек. Успел. Крестик. Крестик. Быстро, сюда. Беги к Норд. Я догоню. Опа, еще двое. Мы спасены, Алиса. Крестик. Так. Так. Треугольник надо прочистить. А, приготовиться. Притвориться мертвыми. Притвориться мертвыми? Да. Замри. Так. Так. Защитить Алису. Чем нажимать? Моя задача нейтрализовать тебя, а я всегда выполняю задачи. Да. А моя задача спасти наш народ. А? И преуспел ты из нас лишь один. Это не конец. По-моему. Вниз? Нет, не правда. А то я не скажу. Ты всех убьет. Бомба рванет в любую секунду, надо уходить. Уходим. Тебе роботы, что ли? Ну да, они... Что я помню? Приводит меня. Ну как, шайбочку. Так. Так. Эй! Крестик? Не успел. Крестик! Крестик! Кружочек!
Кружок. Крестик. Успел. Молодец. Крестик. Успел. Молодец. Уходим быстрее, ну! Прощай, Иерихон. Так, все. В трюме сработало взрывное устройство. Корабль тонет. Пусть наши отступают. Внимание, бойцы! Всем немедленно покинуть корабль! Это не все, Маркус. Как все рвануло. Угу. Так. Нас ждет. Либо новая глава, либо это все. Глава новая. По-моему. Обалдеть. Извините. Сколько много всего. Мне кажется, это все.